внезапно и неожиданно организовать многотысячный митинг, да? Мы говорим, чтобы сменить этот режим, нам нужны как минимум в Астане, в Алмате по 100 тысяч человек. И 100 тысяч человек неожиданно вот так вот спонтанно выйти, это вообще, ну, не знаю, каким надо быть фокусником, чтобы это сделать. Кашпировский, мозг передает сигнал, 100 тысяч человек. 1000 человек вышли в Бишкеке. Внезапно 20 тысяч человек не может никто не выйти. Это дает обязательная форма контакта, объявления, у них есть лидеры. Это при этом спецслужбы, конечно, будут об этом знать. Это невозможно, 20 тысяч, даже 20 тысяч человек внезапно. Щелкнув пальцами, 20 тысяч побежали, внезапно начали двигаться. Ребята, это несерьезно. Ничего внезапно не бывает. Заранее готовится, дается объявление в социальных сетях, должен быть штаб, целая группа активистов, все должны скоординированно действовать, двигаться в одно место, действовать сообща, скоординированно. Внезапно это не бывает. Да, это вообще невозможно. Надо организованно действовать, организованно создавать ячейки только из доверенных людей, которым вы доверяете. А чтобы создавать ячейки, надо быть убедительными, надо иметь навыки, знать программы, все объяснять, как бороться, отстаивать свои права, знать законы. Ну, в общем, надо бороться, а внезапно ничего не получится. Чтобы внезапно 100 тысяч человек собрать на митингах, ну, давайте посчитаем, это нужно быть как минимум по 2-3 тысячи ячеек в каждом городе. В Алмате, в Астане, в Шымкенте, в таких городах, ну, чтобы собрать такую массу. Так что внезапно ничего не будет. И когда вы делаете то и свадьбы организовываете, ну, даже если просто зовете куда-то там сходить в горы, вы же заранее объявляете, говорите, собираете людей, там, организовываетесь. Даже если будете строить дом, вы объявление даете. Спонтанно, никому ничего не сказав, ничего не получится. Вы будете сами по себе, никому ничего не говорите и сами по себе действовать.